Всем привет! Второй сезон сериала «Просто Михалыч» состоял из 17 серий. На главную роль претендовало не так много людей. Более того, после роли простого русского мужика в сериале «Жуки» у Епифанцева появилось больше шансов стать лицом проекта. Так, собственно, и случилось. Ведь Михалыч настоящий деревенский мужик, силен по-своему умен, если дело касается природы. Приехал к брату за помощью, в итоге еще одна семья получила непрошенных проблем. Как мы помним, в конце второго сезона он безумно влюбился в Елену, забыв при этом Лору. И теперь его мир не такой, как прежде. Но как мы знаем, Лора теперь пытается отомстить Михалычу, что собственно мы увидим в третьем сезоне, выход которого планируется на начало 2026 года.